Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас у тебя есть отличная возможность начать играть и получить огромную кучу бонусов на старте. Всего лишь зарегистрируй аккаунт, перейдя по ссылкам в описании. На первый ты получишь боевое снаряжение и оружие. На второй тебя ждет золотой кейс с наградами. На третий ты сможешь забрать себе пушки якудзы и доминировать над своими противниками. Четвертое — это уникальная ссылка, где ты сможешь собрать себе оружие и выбрать именно те модули, которые ты захочешь. Новая промо-страница с магмой, за регистрацию по которой ты получишь пушки маг, а также очень редкий шлема магма. Подарки для новичков постоянно обновляются и появляются новые промо-страницы с донатом и отличным оружием. В описании ты всегда сможешь найти актуальную халяву для Warface, а также ссылку с гайдом, как правильно создавать крутой аккаунт. Удачи! Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Серега. Вот такие обновления Warface, и смотрите-ка, что у нас тут есть. У нас есть 20 тысяч кредитов, да, дорогие друзья, я закинул в эту игру 20 тысяч кредитов, ну, наверное, чуть поменьше, кстати говоря, просто там акция какая-то была с пополненным счетом, и я решил не мелочиться, потому что что-то админы вообще охренели. Что-то около 7, что ли, пушек донатских они уже анонсировали. 3 пушки уже были на ПТСе. Я просто в шоке. Кстати, друзья, также среди вас, среди 5 человек, я разыграю по 1000 кредитов. Чтобы принять участие, просто поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и напишите любой комментарий. В комментарии желательно оставьте ID своего ВКонтакте, чтобы я смог с вами связаться. Вы хоть на эти кредиты, если выиграете, сможете тоже хоть что-то покрутить. А то это просто жесть, насколько дохрена доната. Я, конечно, не особо рекомендую вот эти новые донаты крутить, которые не подобавляли. Они их половину пофиксили. Я не играл с ними, когда их пофиксили. Когда я играл с этой снайперкой, она была еще не пофикшена, не понерфлена, потому что ей на понерфили. Ну, хотя странно. Ей, наверное, какие-то скрытые характеристики понерфили, потому что урон у нее, как и был, охренительно большой, дальность. Ну, вроде бы все осталось как есть. Но, что перед словом, но лошадиное дерьмо, правильно? Понерфили, и я не понимаю, типа она и так не самая лучшая была, ее еще понерфили, она и так вроде балансная была, что она в прыжке не очень убивала. Хрен его знает, и патронов у нее немного было, нахрена ее было нерфить, вообще непонятно. Я, правда, еще не знаю, еще ж не у всех Армагеддон есть, может быть, реально там потом Кракен, вообще-то еще вообще ваншот не будет, хотя пока вроде не жаловались на турнире, когда играли, то что, Кракен нормально пока убивают. Ну, не знаю, ну, я люблю снайперские винтовки, я в любом случае ее попытаюсь сейчас выкрутить и на основном аккаунте, и на своем твинке. Блин, я, блин, столько кредитов, прикиньте, еще сколько они пушек добавят. Реально, они насколько дохрена пушек еще будут добавлять, что-то Труэлл один день, один час, я вас понял, может быть, Warface, давай золотую. Мои соседи никогда, надеюсь, не услышат, как я буду кричать. Сами понимаете, шумоизоляцию, тут вообще ничего не слышно. Можно хоть 3 часа ночи орать, кричать, визжать, как сучка. Но вдруг мне сейчас 3 штуки золотые сразу выпадет, я буду нереально орать. Нет, все равно не услышат, ну ладно. 3 часа, окей. Блин, слушай, давай не будешь меня сильно разочаровать, ведь мне еще... Блин, нахрена столько доната, господи, сколько не доната, да сколько можно? В этой обнове только 3 пушки было добавлено, еще анонсировано около того, блин. Сколько можно донаты добавлять? Я думаю, хоть что-то за варбакс. Я когда увидел эти все 3 пушки, но пытаюсь я подумал, что... ну, хоть какая-то из них за варбакс, не знаю, за поставщики. Все за донат, сука! Все до единого! Да ладно, думаю я, да ладно, вы серьезно, что ли? Так, я что-то не понял, 2000 кредов уже потратил! Вот это, кстати, самое очень обидное, когда ты по акции закидываешь кредиты, и потом ни хрена не выбиваешь. Не знаю, может быть, шанс меньше становится, когда по акции кредит, но это в любом случае именно закидывается все с реальных денег, так что, я не знаю, по-моему, шанс должен быть максимальный. То есть ты не выиграл эти кредиты, там те их пин-кодом не дали, как я там, знаете, пин-кодами брал с бонус-гейма, когда кейсы, когда нет, это прям напрямую закидываешь в игру. Я считаю, с таких кредитов, вообще со всех кредитов должен быть одинаковый шанс, но... Что перед сном ло, что лошадиное дерьмо, бля. Я что-то не понимаю, где моя пушка? Я давно не крутил пушки по какой-то тактике, я понимаю, что мне нужно часто придерживаться. Я как бы очень не против выбить золотую версию, ждут 7 патронов, у обычной 5. Ну, блин, 2 патрона реально, ну, типа, говно вопрос, реально решают. То есть в очень многих моментах как раз таки два патрона могут зарешать. Постоянно по 5 коробок кручу экономить, а лучше, может быть, по 2-3-5 крутить. И может быть, произойдет. Заметьте, обычно не падает. Уже идет 3000. Я надеюсь, я сейчас продам все свои 20... Нет. Вот, если я солью все свои 20 тысяч кредитов, вы ни хрена не убью. Поверьте, весь дом услышит, сука, как я кричу. Весь дом услышит, твою мать. Нет, это не круто, это не круто. Это вообще не круто, слушайте, это не круто. У меня начинает сжиматься очко. Уже 4000 критов идет, и это мне не нравится, потому что на 2000 рублей... А, кстати, а карта, сколько? Вот сколько он стоит?
Блин, 3000 кредитов. Не, ну типа 3000 кредитов за обычную. Не, ну же, что мне 3000 кредитов за обычную? Вот если за золотую 3000 кредитов, тогда ладно. А у меня же все же есть шанс выбить золотую. У меня он есть. Я хочу воспользоваться этим шансом и попробовать выбить себе золотую версию. А почему бы нет? Кстати, платиновую версию давно не добавляли, блин. Так бы еще больше интереса было бы крутить. Потому что у меня ни одного платинового комплекта нет. И вы прикиньте, в один момент берет и МС Сереге выпадает платиновый комплект. Интересно, охренеет он или нет? Риторический вопрос. Конечно, охренеет. О боже мой, Барретт М107, твою мать, нахрен вы сюда засунули? Когда они догадаются поменять награды в коробку удачи? Одни скины, какие-то мины вонючие. Вот реально, шлак, который вообще тебе никаким образом не пригодится. Вообще никаким образом. Ну реально, обновили бы хотя бы хоть что-то. Да что за говно, ну 5000 кредитов, ну нет! Ну нет, 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 нет! Нет! Этого не может быть, нет! Нет, я вспоминаю моменты плохие, когда мне на твинка не выпадала пушка, да. Я вспоминаю эти моменты. Я вспоминаю... Короче, я вспоминаю эти моменты. Это очень плохие моменты. Я, кстати, РПДш этот пулемет до сих пор не выбил. Или не РП... Как он называется? Стонер. До сих пор его не выбил на Хэви Рейна себе. Сука, что-то мне... Что мне реально страшно с этими коробками удачи. Что с ними делать? Почему... Такие шансы на них делать, это просто жесть. Ну, посмотрите, ну сколько? Ну, 6 тысяч кредитов. Ну, куда еще больше-то, а? Куда еще больше? Ну дай мне золотую быстро! Сразу две золотых, детка! Один день, один день, твою мать! Ладно, на самом деле, они шанс не трогали. На самом деле, почему такой шанс маленький стал? Потому что когда раньше все крутили, добавляли какую-то новую пушку, а все считали, что это имба, и начинали ее крутить. Из-за этого ажиотажа, то, что ее много крутит людей, да, многие люди не выбивали, но ты от того, что тратишь кредиты, больше шанс был то, что ты выбьешь от того, что больше людей крутит, больше выбить. А сейчас... Мало людей крутит эти коробки удачи, и, собственно, из-за этого шанс становится меньше. Не знаю, поняли вы это нет, но когда меньше людей в сумме крутит, то шанс реально меньше. То есть реально это, ну, замечал я. Так, я слил уже 6500... Я понял тебя, сука! 6500 кредов я уже слил, и даже обычно мне не выпало. Я, конечно, все понимаю, но коробку удачи в Warface я не понимаю. Не, ребят, я... Да, сука, сосать! Золотая нахер! Я все понимаю, но если бы мне сейчас выпало обычно, я бы расстроился. Но это выпало, деточка. Золотая сучка! Оу, е! Просто жесть! F12... Не работает... F12... Сука, не работает. F10... Скриншот сохранен, детка! F12 не работает. Пофиксили, сука. На телефон сфотографирую. Да, детка, вот так вот оно. Золотой донат, золотой К12 сначала. Теперь золотой Трувейла, деточка. Вот так вот оно делается. Вот это я понимаю, крутая вещь. Ну, возможно, реально будет имбой. Типа из-за того, что Кракен будет не ваншотить, а Трувейла со своим уроном будет ваншотить. Абсолютно всегда. Ультимая красотулечка, на самом деле. Не очень красотулечка, конечно, но... Ну, что-то мне подсказывает, что это имба. Ну, ни хрена себе, реально расстроился, если бы обычный сейчас выпал. Прям видно было, что... Хоть... Даже обычная, кстати, не выпала, золотая сразу выпала. Что-то новенькое, что-то интересное. Ладно, друзья, погнали, попробуем попытать удачу и выбить на твинке моем. Сейчас, дорогие друзья, кстати, очень опасный момент. Очень опасный момент, потому что тут еще есть коробка со стонером. Если я сейчас, мне повезет, я выбью здесь себе Трувейлу. Я надеюсь, что он выпадет, но это бред, реально, сколько я больше 35 тысяч кредов, даже я потом просто без записи еще закинул, там, знаете, по 2 тысячи, по 3 тысячи кредитов, ну просто я не понимал, ну как это возможно, что с такой тебе удачей, ну вообще ни хрена не падает, поэтому я еще немножко закидывал, и все равно мне стонер не выпал, я не знаю, каким образом, из-за чего, почему, как и вообще, какого хрена, я это не понимаю, но есть вещи, которые... А нам не суждено понять, но вот на МС Серегу мне на основной аккаунт выпал золотой Трувейл, я очень рад, но, блин, на твинке реально, ну, я не знаю, что с удачей на этом твинке, как будто ее просто открутили, вообще в нулину открутили, и я не хочу, честно говоря, потратить все свои 7500 кредитов, которые тоже по акции закинул, на то, чтобы не выбить ни хрена. Вообще было бы классно, если бы я сейчас выбил и то, то есть и стонер выпал, потому что охота даже на твинке себе иметь коллекцию из всех пушек, но что-то, если они сейчас продолжат добавлять каждую обнову, вот столько пушек, сколько они сейчас... Я не вытяну. Я не вытяну, серьезно. Столько доната я не вытяну. Я, конечно, все понимаю, но столько доната я не вытяну. Ну, не знаю, может быть, на этом твинке выбивать именно такой имбовый донат, с которым я хотя бы буду играть. Но стонер, я считаю, он, ну, топовый пулемет. И
А с ним довольно приятно играть, так что я бы с ним поиграл бы, даже получил, возможно, удовольствие. Но что это, знаете, когда я даже если его золотой... Ну, хотя нет, золотой, когда я выбью, я буду знать ему цену, но обычному цену, значит, такой себе. Через 2 месяца ведут его в прямую продажу за 4000 кредитов. И я такой, да, да, сука, спасибо. Ух, сука, ух, детка. Рад, реально рад, ребят. Обычно выбил, я очень рад. То, что у меня еще 5000 кредитов есть. Че, ребята? Просто пожалуйста. Сколько на тебя денег было слито? Ну, пожалуйста. Стонер. Ну, реально, ну это перебор. Это перебор, Стонер. Это перебор, реально. Реально, вот... Без вранья, это перебор. Есть вот, знаете, говорят, из страты там, с каких-то как конкретных... Да каких конкретных коробок есть вот какое-то количество коробок, с которых тебе выпадет что-то конкретное, да? Да вы гоните, что ли? Ну где? Вы считаете, что 40 тысяч кредов нельзя выбить хотя бы обычную версию Стонера? Вы серьезно? Сейчас еще вот эти 5 тысяч кредов улетят, это вообще жесть будет! Это реально, тут админы походу хотели, знаете, подкрутить мне какую-то золотую пушку. И нечаянно открутили ее. Сделали, знаете, нулевой шанс мне специально. Или не знаю, они, знаете, хотят испытать мои нервы. Испытать мои нервы. Тест на нервы. Смогу ли я докрутить себе стонер хотя бы обычный, сука, не золотой, хотя бы обычный. Не, ну конечно, когда ты слил больше 40 тысяч кредитов на пулемет, не выбил его даже обычный. На этом аккаунте, а конкретно на этом аккаунте, не считая другие аккаунты. Ты, конечно, задаешься, правильно, ты любой человек задастся адекватным вопросом. Какого, собственно, члена? Какого хрена? Что ты... Что, почему? Как это так происходит? Я, честно, даже не ожидаю, что я когда-либо смогу увидеть то, что у меня будет эта зловещая надпись. Стонер, навсегда. Потому что у меня он один день остался, я сейчас думал, у меня на дне 70, странно. А чё, у меня вроде он... А, ну уже, да, я уже где-то месяца, больше месяца прошел, когда я последний раз крутил, да. Его ж вот только сейчас добавили на опять несколько дней, чтобы MC Серега потратил вновь свои бабки. Обычный сука! Обычный сука! Твою мать! Знали бы вы, ребята, как это больно, слить больше 40 тысяч кредитов на пулемет. И получить обычную его версию. Ну хотя бы получить. Это больно. Это очень больно. Это больно. Вот есть, когда тебе челюсть ломают, когда тебе ломают руку, ребра. А есть, когда тебе 40 тысяч кредитов выпадает обычный стонер. Вот есть вот такие уровни боли, дорогие друзья. Но я сегодня в любом случае рад. Плюс золотой донат, плюс эмоции. А золотой донат я люблю. И вновь я могу назвать своего Heavy Rain, то, что на нем есть абсолютно весь обычный донат. Не все там скины, а обычные пушки в обычных версиях есть абсолютно все. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Надеюсь, вы поддержите это видео лайком. Подпишитесь на мой канал, напишите хороший комментарий, а может быть плохой. Загляните в описание, там много всего интересного. С вами был Серега, благодарю всех за просмотр. Мы с вами увидимся. Всем удачи, всем пока.